В Иванове прошли 23-е областные краеведческие чтения. Школьники со всего региона привезли доклады по истории родного края. Более 100 ребят уже стали победителями на районных и городских конкурсах и теперь пробуют себя на областном уровне. Работы по географическому, литературному краеведению, военной и новейшей истории. На то, чтобы определить лучшее, уйдет целый день. Стоит отметить, что краеведение не самая популярная область знаний у школьников. Поэтому к каждому ребенку, у которого есть желание изучать историю родного края, особое внимание. Во многих школах, во многих учреждениях дополнительного образования краеведением достаточно активно занимаются. Сказать, что это большой процент охватывает школьников краеведения, ну, это значит покривить душой немножко. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы этим занимались гораздо большее количество людей, школьников.